Ну, давайте я по игре тогда скажу, что это основное, мне кажется, ценность этой игры, как и предыдущих, то, что в этом сезоне мы проводим практически все игры, которые кто-то называет товарищескими, кто-то контрольными, при большом стечении болельщиков. И, мне кажется, вы все ощущаете, да, то, что даже несмотря на то, что сегодня игра была не на результат, но все равно сохранялся нерв. И мне кажется, это здорово. И гораздо лучше, чем играть где-то на базах с аудиторией в 30 человек. Мне кажется, что сегодня мы еще один праздник подарили болельщикам, которым, я думаю, что матч понравился. То, что касается спортивного результата, команды провели, как мне кажется, качественную достаточно игру. Первый тайм у нас получался хорошо, второй хуже. Роберто Фернандес был заменен. Предваряя ваш вопрос, могу сказать то, что больше информации по поводу его повреждения мы получим, наверное, в понедельник. Спасибо. Все в порядке. Да? Значит, получим информацию в понедельник о том, что с ним все в порядке. Динамо стартует совсем скоро, да, но Динамо, с точки зрения работы на трансферном рынке, пока без новостей, ждать ли чего-то. Вы не читаете новости, у нас есть приобретение, это первое. Второе, мы работаем над точечным усилением, мы об этом неоднократно говорили. Но, опять же, самое важное, то, что мы должны сделать в это межсезонье, это использовать и улучшать свои внутренние резервы. Вот это основная задача. Но мы планируем, да, точное усиление. Читали ли вы интервью Антона Шумина? С кем? Со мной. Я твои не читаю. Принципиально. Но Антон высказал как бы свою позицию ухода из клуба. Да? Можете ли вы как-то ему рассказать со своей стороны? Я не читал интервью. Он сказал, что, во-первых, ему хотелось бы чуть раньше узнать о решении Динамо не продлевать на контракт, а второе, что у вас были переговоры о том, чтобы он получил должность в клубе, да, вы ему предложили должность в академии, он сказал, что хотел бы что-то другое, и потом как-то мы это все закончили. Но то, что я слышу от вас сейчас, наверное, все примерно так, и наше предложение до сих пор в силе, мы ждем ответ от Антона. Спокойно ли вы за Ну, мы усилились в этом плане. Сегодня, к сожалению, у нас такое дежавю произошло из предыдущего матча по «Спартаку». Будем смотреть в сезоне, как будем прогрессировать. У нас, мы считаем, что достаточно серьезная конкуренция во вратарской линии. Андрей Лунев – это усиление, это голкипер сборной России. Все? Спасибо.